Когда Максим Федорчук берет в руки аккордеон, то почти всегда мысленно возвращается на 22 года назад, когда впервые, будучи ребенком, увидел этот загадочный инструмент. Можно сказать, что аккордеон покорил его сначала своим внешним видом. Мне дедушка принес два маленьких инструмента, баян маленький и маленький аккордеончик. И вот как-то мне, вот я маленький еще бегал, там лет 5 было мне, 6 где-то. Вот как-то я вот выбрал этот инструмент, подошел к нему, вот аккордеон. И вот так это мне вот, и начал на нем дальше усовершенствоваться, заниматься в музыкальной школе, в музыкальном салоне. У Максима бесспорно был талант, но его надо было развивать. В то время, когда его сверстники гоняли во дворе в футбол, он репетировал часами. И уже в скором времени удалось достичь успеха. В лет 10-12 я уже занял второе место на всеукраинском конкурсе имени династии Воеводиных. Это был очень такой мощный, как сказать, конкурс. И вот с этого времени у меня пошло уже. Ездил по конкурсам, везде вот у меня были первое, второе место. Вот так вот постоянно становился лауреатом. За все это время молодой человек не утратил интерес к аккордеону, скорее наоборот. С каждым годом любовь к инструменту усиливается. Сейчас он лауреат всеукраинских и международных конкурсов. Высокое звание Максим Игоревич завоевал и в конце прошлого года на международном конкурсе, который состоялся в Днепропетровске. Я ездил в Днепропетровск, был конкурс международный. 8-й, по-моему, он проходил. И вот он как получилось мне взять там первое место сразу же. Хотя мужчина преподает сейчас в музыкальной школе, помимо работы, около 4-5 часов в день он уделяет своим репетициям. Очень талантливый человек. Я рада, что в моей музыкальной школе вот работают такие молодые, талантливые люди, которые занимаются любимым делом и делают, несут добро и эстетическое наслаждение окружающим. Эмоциональная, волнительная, успокаивающая и бодрящая – такую разную музыку излучает аккордеон. И по словам Максима, этот инструмент никогда не подводил его. Ему буквально лет 10. Это очень мало для инструмента. Привозили его прямо с Германии, его вольтмейстер называется. И именно вот прям с фабрики его привезли. Усовершенствован, он здесь у меня вставлено в левой руке. Что сейчас характерно для современных уже инструментов, характерно то, что есть выборная система. То есть переключаешь ты регистр здесь в левой руке, и ты можешь играть уже какую-то полифонию, то есть Баха можно играть, Бетховена, любую фортепианную музыку в том числе можно, органную музыку можно играть. И вот этим он совершенствован, этот инструмент. Также здесь регистры практически все можно изобразить, орган, кларнет. Орган также. В этом сюжете хочется меньше говорить и больше слушать. Ведь аккордеонная музыка действительно удивительная. Произведения, которые подарил нашей съемочной группе Максим Федорчук, не могут оставить равнодушным.
Если после нашего сюжета вы заинтересовались аккордеоном, появилось желание насладиться хорошей музыкой, у вас есть такая возможность. Ведь 14 февраля во Дворце культуры города Белецкая состоится романтический концерт лауреата международного и всеукраинского конкурсов Максима Федорчука.